демонстрирую работу фотоаппаратов из объявлений для того, чтобы вы могли убедиться, что все они максимально рабочие и соответствуют тому описанию, которое я заявил. Zenit 21XS по внешнему виду в целом очень все пристойно. Все. С полуметра метра вообще ничего не видно, но если приглядеться, то видно, что местами вот это напыление, которое здесь есть, оно местами подслезло. Судите сами, насколько для вас это важно. В остальном по внешнему виду, в принципе, без нареканий. Все очень хорошо. Внутренний экспонометр рабочий. Демонстрирую его работу. Вот горит светодиод, который показывает недосвет в темноте. Вот я открутил крышку. Второй светодиод показывает пересвет. Если мы добьемся правильной экспозиции, то он будет показывать, что два светодиода мигают. Демонстрирую работу выдержек. 1/500. Одна 250. Одна 125. Одна 60. Одна 30. Бесконечная вышка. Демонстрирую работу автоспуска. Можно смело брать хороший исправный фотоаппарат. Zenit 19 в прекрасном состоянии. Есть небольшие помарочки по внешности. Но это ерунда. То есть, как видите, все очень пристойно. Нигде ничего не затерто, не вытерто, не сломано. Здесь немножко подтерта цифра 19. Но это болезнь у них почти на всех стерта. Ну и еще отсутствует рычаг автоспуска. Но это даже хорошо. Есть одна причина почему. В остальном все прекрасно. Демонстрирую работу систем. Светодиод мигает для проверки батареек. Репетитив диафрагмы работает. Экспонометр рабочий, стрелка, как видите, работает. Также она и пересвет показывает. Демонстрирую работу выдержек. Все выдержки, кроме одной тысячной, работают от батареек. Шторки с металлической, с вертикальным ходом. Тысячная. Откручу объектив, чтобы было виднее. 500-ка. 250-ая. 1 125-ая. 1 60-ая. 1 30-ая. 1/15. 1/8. 1/4. 1/2. 1 секунда. Бесконечная выдержка. Автоспуск, как вы поняли, здесь не рабочий. Он и не нужен. В остальном все прекрасно. Смело берите, смело пользуйтесь. Zenit TTL, можно сказать, в отличном внешнем состоянии. Нет никаких потертостей.
особенных ничего не сломано. Единственный нюанс, слегка, самую малость, вот здесь люфтит крышка. Но это никак не будет влиять на ваши фотографии. Экспонометр работает. Автоспуск. Работа выдержек. 500-ка. 250. 125. 60. 30. Бесконечно. Все хорошо, можете брать нормальный фотик. Зенит 122 не в идеальном, но в очень неплохом состоянии. Видно, что он немножко поработал. Но тем не менее еще бодрый, все работает. Что на Зените 122 большая редкость. Даже экспонометр исправно работает. Вот показывает пересвет. Вот недосвет. Автоспуск. Работа выдержит. 500-ка. 250-е, 125-е, 60-е, 30-е, бесконечно. Зачетный фотоаппарат оснащен клиньями Метадена, что существенно упрощает фокусировку в темных условиях. Можно смело брать. Великолепный Зенит 19, извиняюсь, Киев 19. В принципе, в очень хорошем состоянии. Приятно брать в руки, приятно фотографировать. Очень классно лежит в руке, как цельный кусок металла. Самый любимый мой советский фотоаппарат. По внешке из относительных проблем. Здесь отсутствует крышечка. Судите сами, насколько с этим можно жить. Немножко мутноватый видоискатель счетчика кадров, но все понять прекрасно можно. И вот такие здесь есть на уголках небольшие потертости. В остальном все очень-очень-очень хорошо. Фотоаппарата никоновский байонет, так что будьте внимательны с этим. Здесь можно работать либо через переходник, но на обычных объективах М42 не будет бесконечности, он может снимать только до 2 метров. Дальше будет расфокус. Для того, чтобы этого не было, можно пользоваться вот такой, таким переходником с линзой. И можно устанавливать, в принципе, любой, абсолютно любой Гелиос или любой объектив М42. Ну вот, к примеру, я установил Гелиос 44М. Прекрасная комбинация, классный фотоаппарат и доступный объектив. Ну, либо вот такой оригинал можно использовать с байонетом F-Nikon. Это у нас в данном случае Arsaten, он же Gelios 81N. Можете использовать его, тоже могу оснастить. Автоспуска здесь нет в принципе, поэтому проверять здесь в этом смысле нечего. Экспонометр рабочий. Вот видите, сейчас он показывает, что экспозиция нормальна для данных условий. Попробуем изменить выдержку. Скажем, поставим вот такую 30-ку. Так.
Теперь показывать пересвет. Поставили 500-ку выдержку, теперь показывает недосвет. В общем, рабочий экспонент, все хорошо. Видоискатель светло-чистый. Клиньев Додена здесь нет, но тем не менее очень легко фокусироваться. Демонстрирую работу выдержек. Здесь тоже у нас, как на Зените 19, металлические ламельные шторки с вертикальным перемещением. В отличие от Зенита 19, здесь механический замедлитель, он может работать даже без батареек. Сейчас выдержка 1,500. 1,250. У нас 125. У нас 60. 1,30. 1,15. 1,8. 1,4. 1,2. 1,2. В общем, как по мне, лучший советский фотоаппарат. Если хотите брать, чтобы снимать на пленку что-то советское, очень рекомендую именно его. Это мой любимый фотоаппарат из советских. Просто прекрасен. Даже можно снимать, как я говорил, оптикой М42, просто нужен переходник с линзой. В принципе, у меня тоже можете купить.